LG G4 во всем классный смартфон с отличной камерой, экраном и кожаной задней крышкой. Меняется которая на пластиковую. Все бы хорошо, но реалии жизни таковы, что желая защитить свой смартфон от старения и износа, мы приобретаем чехлы. И речь в данном видео про чехол от компании Nilkin серии Nature с его толщиной в 0,6 мм. Комплект поставки крайне минималистичен и включает в себя только саму транспортировочную упаковку и сам чехол. Чехол отлично налезает на кожаный задник, дырки все идеально подогнаны, а снизу имеются даже заглушки для портов microUSB и входа 3,5 мм для наушников. Смысл тогда кожаного чехла, спросите вы? И да, я буду согласен, чехол крайне отличный, но за 2 недели все его углы изрядно износились. Все бы ничего, но цена нового такой крышки 35 евро. А если же телефон использует не очень бережно, то скорее всего, что такой кожаный задник быстро придет в негодность. Если же планируется поездка в отпуск, куда-то на море, на пляж, где много песка, то скорее всего сам задник придет в негодность еще быстрее. Подводя итоги, чехол мне понравился, он тонкий, отлично ложится на телефон, не закрывает вид задней крышки, защищает разъемы смартфона. Ссылку на продавца, где его можно приобрести, оставлю я в описании к этому видео. Посмотрим, как он себя проявит и как долго он прослужит. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки.